Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Transport Fever 2 в свободном режиме. Итак, мы переходим в Северный округ. Запускаем время. И поехали. Хотя ничего не будем сейчас менять. Сейчас посмотрим, что будет новенького. Поставочки бывает запаздывают. Ух ты. У нас тепловозы. Неужели я все паровозы почти уберу? Ну, не все.
Так, Т-2, первый советский крупносерийный и первый двухсекционный тепловоз, выпускался на заводе имени Малышева, Харьков, при участии завода «Электротяжмаш», бывший Харьковский электротяговый завод «ХЭТЗ». Отличался исключительно надежностью, но относительно слабой мощностью. Да ну, более-менее.
Да. Отстали.
наш северный состав. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.